мы обожаем братьев наших меньших за их преданность и безусловную любовь. Но, к сожалению, есть и горе хозяева, которые не понимают всей ответственности за питомцев и, столкнувшись с болезнью или попросту наигравшись, выбрасывают животных на улицу. А есть те, кто этих животных подбирает, выхаживает, дает им пищу и кров. Александр Романов из их числа. Сегодня мы оказали помощь Одинцовскому приюту, привезли практически тонну питания для собак. Узнали очень много нового для себя, пообщались с человеком, чье сердце на самом деле настолько большое и светлое, что, ну, наверное, не в рамках одного района. Это Александр Романов, который уже больше 20 лет занимается помощью бездомным животным. В рамках акции «Лучший друг» поддержать приют собрались представители общественной палаты, молодогвардейцы, сторонники и члены партии «Единая Россия». Вячеслав Киреев с теплотой и легкой грустью вспоминает о своем четвероногом друге. Было так, что если в деревне нет паспорта на собачку, это, наверное, 70-е годы, и по деревням ездили вот эти отловы собак, ну, куда их девали, как бы там не было питомников, в общем. Вот, и приехали, у нас из дома забрали, родителей не было, я сидел до вечера, плакал. По словам Вячеслава Ивановича, собака – это член семьи. Акция «Лучший друг» направлена на то, чтобы напомнить жителям о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать активное участие в их судьбе. Мы узнали, что есть потребность в выгуле собак, потому что их здесь 100. И действительно, наши волонтеры будут приходить сюда, выгуливать собак, потому что каждому хочется, они все находятся в замкнутом пространстве, и всем надо выпустить энергию, побегать. И вот мы поговорили сегодня с хозяином о том, что действительно есть волонтеры, но их не хватает. И мы будем также по выходным навещать, гулять с собаками. И я считаю, что все это держится на таких вот людях инициативных. Это надо поддерживать, помогать. Акция прошла на территории Московской области. Многие откликнулись на призыв о помощи животным. Вы также можете поддержать инициативу. Забрать в свою семью одного из питомцев или стать куратором и помогать кормом, лекарствами или выгулом. Все подробности на сайте организации «Один приют». Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».